вот это наш первый день на Ниву, столица Мадагаскара. Это вот вид на восточное побережье. Вот. Озеро местное. На Ниву, столица Мадагаскара. Это вот вид на восточное побережье. Вот. Озеро местное. Вот это вид на с другой стороны на Рибу, на даунтаун. Видишь, я немножко снимаю против солнца. Ну что делать. Там регби, да? Народ смотрит, здесь собрался, у кого билетов нет, здесь даже так. Это видео, на него такая традиционная маленькая улочка. Вот. Сейчас сам в центре Тенариву. Это вот самое известное авеню здесь, Индепенденс авеню. Это вот все здания, которые были построены еще французами. Мы сейчас идем. Тут вот здания были построены еще во времена французской колонизации. Независимости.
Найти на Рибу. Закат на Тинариму. Мы сейчас в городе Мураманга, это вот центр национального движения Мадагаскара. Вот у них такой монумент. Это вот первое было восстание против французов. Вот как раз центр города, где он здесь стоит, смотрит на восставшее население. Совсем грустная. Тут мы на Мадагаскаре, в середине дороги, где нам потягушечку делают. Солнце только-только выходит. This is a cinnamon and protect the bark of the tree. Это cinnamon tree. Корица по-русски. Корица, да. And we know when we were a young child, we go in the forest and we got a leaf of cinnamon and we eat this. Местные плантации. Нет, разводит рис, там джинджер и так далее. Да. Потом мы приехали на берег озера. Сейчас поедем в отеле Лемурс смотреть. Тут несут наши вещи. А мы воду не взяли, да? Алька, чего мы воду не взяли? Субтитры
Дизюха. Oh, it stole from me banana. No more, sorry. Oh, but why we have to buy a lot of bananas? Видишь, рожу наглую. Сейчас, подожди, да, я его снимаю. Я кормила того, и этот прыгнул и выдрал у меня из рук. Он прям так сильно вцепился. Как этот прыгает. Where did you get bananas? Америка мой. Скажи, чтобы она еще принесла. Алик, жена один банан. This is the dancer. You know when we are moving, they look like a dancer. Let us dance. Алик, пускай, скажи бабе, чтобы принесла бананы с собой. Вон они все. Алберт? Вон их смотри сколько. Алик, ты не слышишь? Пускай она бананы. Вон, смотри. Алик, ты не слышишь? Я хочу их кормить. Сейчас скажу, подожди. Oh my god, he's jumping. Yeah. Lovely. Oh, but they woke up for bananas and we don't have. Hey. We have to buy bananas. Oh, у него отечек, он так повернулся туда. И вот отечеком так, знаешь, как дизюху подавай. У меня нету, сейчас принесу. Сейчас, мой дорогой, сейчас. Вот немножечко. Мед нам сай. Мед. Ну вот видишь, я же тебе говорила. Ну сейчас. Алекс, скажи, чтобы она принесла бананы. Она ушла, скажи, чтобы она принесла бананы. Ты успокоишься, я сейчас принесу тебе. А мне, нет, она не принесет, пока ты не попросишь. Она один принесла и все. Они голодные. Алекс, они абсолютно голодные. She's coming with bananas. But you have to keep some of the banana. I know, I just got hit because second man came and just opened my banana and took it out. Merci. Alex, we play with this one, Diana, with this one, the sip. Oh, hey. Nisha. Дай моему, который на мне сидит, чуть-чуть. No, I know this one needs a banana. Yeah. I know. They are greedy. То у меня на камере сидит. Псай, Бусь. О боже мой, лемур на камере. У меня еще на шее один сидит. А я поняла, почему так долго. У них маленькие ротики, я смотрю. Это он схватил мою руку. Я просто боялась, что... О, он нюхает мою руку. Тут надо у меня уже, руки прожить, меня... что он не отдает руку, потому что он медленно пошел, ест. Пошел отсюда. Видишь, как они, когда уже... Смотри, у меня рукой. У тебя еще один, Альга, на тебя еще один запрыгнул. Ну давай сейчас подери... О, сейчас этот рожный. Ой. Ну, сейчас. Уйди. Ну подожди. Он мне на камеру сел. Давай так, только без зубов и без ногтей. О, вырвал. Все, потому что он на... Ты посмотри на меня, сними. Вот. Сволочи, что сделал. У меня банан. Вот. Сейчас, лемур. Сейчас. У него лапки холодные, слышь? Сейчас. Ты возьми его за руки потрогай. Так они меня хватали. Посмотри. Вот. Бусь. Ну снимай, он из груди слизывает. Алекс, смотри, как он из груди слизывал. Все. Все это шкурка. Все. А они шкурки тоже хуярят. Когда они уже все бананы. Все. Надо закупить хорошенечко бананы.
Господи, какой он красавец. А ты попробуй, у него руки какие. Он как человек, руки, ты понимаешь? Угу. Нет, вот ты просто не видишь. Он, видишь, меня... вот эти самочки, кстати, меньше всего досталось. Ну все. Алик, надо, тут надо закупать ящиками бананы. Они все любят бананы, и они все голодные. Ты посмотри. Ну, ну нет, 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 все. Ну все, нету. Я потом еще вам принесу. Алик, ты купишь много бананов? Она меня укусила, сволочь. За руку? Ну, она, не, может быть, поцарапала. Ну, иди сюда. Это какая-то трусливая. Ну, они меня отбирают. Ну, здрасте. Здрасте, я ваша тетя. Здрасте, я твоя тетя. Вот. Вот он на полу маленький кусочек. Смотри. Смотри, что я сделала. Только если ты меня опять цапнешь, так это в песке единственное. Да. Кися, кс-кс-кс. Все, это был последний кусок. Это был последний кусок. Все. Нам, кстати, они на диете. Сказали, так, что мы их перекармливаем. У тебя есть еще. О, ну ты обманщик. Все. Ну, давай я тут его белого прикормлю. Я хочу белого. Давай, пошли к белому. Белый. Кс-кс. Подожди ты. Покажи этому белому. Это не давай. Я уже, если ты видела, да, я испугалась. Ну, пускай он к тебе придет чуть-чуть. Дай ему чуть-чуть. О, он меня рвет когтями. Ты, не, ты меньше-меньше делай. Да, они вот здесь кусают. Сейчас он тебя сверху тяпнет. Белому дай. Белый ест, у него полный рот. И еще такие. Давай. Вот это самый стеснительный. Укусил? Я испугалась. Которому я не давала. Малыш этот, может быть. Это видно гоняет? Угу. Ты рожу видишь этой, которая между ног? Угу. Ну, не драться. No, no, не драться. Это бедная волнуется. Все, у меня больше нет бананов. Вот эти какие прикольные, да? Угу. Вот, видишь, этот еще ест внизу, а этот им пизделька дает. Смотри, чтобы тебе в рожу не вцепился. А, они шкурки потом. Они сначала типа банан, а потом, видишь, шкурки подбирают. Все не так плохо. Так, там, видишь, наверху? Смотри, чтобы не нагадил мне ногу. Видишь, у меня над головой там один. И у тебя там, смотри, что. И у тебя, и там. Это с ребенком? Алик, у тебя над головой мать с ребенком. Вот это. У нее бебик. Мы не дали бебику. О май гад. Ты видишь, у тебя мать с ребенком? Или это не ребенок? Как так она сидит, непонятно. Эй, гайз. У меня больше нету. Ну, больше-то нету. Рожица, ой, а тут все три. Нет.
Тем брюшко попробуй почесать. Он когда ему чешешь брюшко, он вроде очень. Так, пришли другие туристы. Все, к нам интерес потеряли. Ой, как он. The Lemurs are in your bungalow. Ah, sifaka. Как они, кстати, пахнут? У них такой запашочек какой-то, мочи. А вон дюзюха такая маленькая, сверху. Маленькую покорми. Маленькая боится еще. На, но он еще боится. Блять, вот этот сволочь у меня уже достал. Он все время на мне сидит. Да, почему-то да, выбрал тебя. Он почему-то других, видимо, боится. Даже не кто-то на голову что ли нагадил. У меня было два кусочка, и он один захватил, а потом тут же второй. О, вот это. Как он меня ручкой взял, ты видел? Да. Ну, чтобы я подвинула. Эй! Это альтинте на миссион. Тут вели то даспиве тут? Да, сын даспива. А вы меня кизмите? I'm in Western. Western to you? Mm. Western guy in? Cookie really. HDD. Давай палец откуси. Откуси мне палец, будет совсем весело. You should publish your photos in the magazine after. Will be better. You will see a video. Ты вниз тоже снимаешь, а не тут? Все, шкурка осталась. Все. А этот... Алик, ты этого видел? Вот эта будка золотая, Алик. Подожди. Сейчас. Иди сюда. Алик, ты меня, по-моему, сейчас не снимаешь. Ну как я тебя буду снимать? Вот эта фотка, вот где я с лемуром. Вот сфоткай меня. У тебя это на камере сидит, дизюха. Ну ты убери его с камеры. Ну как я его уберу? Он тебя, этот, вчера он тебя любит очень. Алик, снимай меня, что ты... Алик, здесь лемуры сидят. Алик. Тихо. Ну сейчас. Куча. Все довольны, смотри, в каждом достал, все едят. Рожи. Видишь, он ест, он довольный, и этот ест. Видишь, в ручках у них, какие у меня руки грязные.
А вот банан. Вот он прям весь в песке, как я понимаю. Сейчас я найду. Я понял. Вот, смотри, о, какие красавцы, во-во-во-во, сейчас. Повернись к камере. Примани вот этого, он, чтобы я хочу, чтобы он побежал. Mm-hmm. Ah, they don't bite, they with nails. I thought he bit, but that's his nails. He's fighting. It's okay, it's okay. She will survive. Самое трусливое, это маленькое. Смотри. Все, 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 больше ничего нет. Все, все, не Аль, ты снимай, как он мне руку проверяет. Видишь, он взял меня за руку. Перепроверяет, есть ли что-то в ладони или нет. Смотри, повыше, повыше, Алик, иди выше. Вот, смотри, Алик, повыше. Ну нету, все. Все. Ну все. Все, любовь прошла, да, сразу? Вот такая вот у них любовь продажная. Сейчас, сейчас. Скажи, чтобы мужик мне дал еще. Хвостом дал только что. О, как это прыгнул. Вот это. А это все время дано тебе. Это еще при том рожавшая девочка, у меня писька такая, прям манжетка идет. Иди сюда, иди сюда. А что она ловит? А, мух, они же мух едят, правильно, я забыла. Иди сюда. Иди сюда. Слушай, такая ленивая. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Еще пройди, пускай на вход сходит. Да. Иди сюда. Иди сюда. А, подожди, ей надо доесть. Она пока не доест. А мухови. Сейчас она доест и пойдет. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. О, вот это класс. Иди в обратное направление. А у меня нет больше баранов. Сейчас я возьму. В ту сторону иди. Да.
Давай. А, ну та ест долго, видишь? И, кстати, долго едет. О, о! Ты видел? Иди сюда. Давай, иди сюда. Иди сюда, встань на задние лапы. Во, вот так вот надо. Все, у меня бананы больше нет. Вот этого примани. О, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Давай, кто на задние лапы будет ходить, тот и получит. Давай. Давай, 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 давай. Хватит вам. Вот, вот так вот. Иди сюда. Вот какая кисть. Смотри, нюхай. Сейчас, сейчас, сейчас тебе будет. Сейчас, сейчас я тебе будет. На. That's amazing. Ну давай, 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 кусайте меня, кусайте, кусайте, кусайте кормящую руку. Вот тебе. Сейчас, стой. Это ночная орхидея, которая ночью сильно почему-то пахнет. Night is very smell. Натуральная. Mm-hmm. Не в магазине, не искусственно выращенная. Это не цветок, скажи, это не цветок. Это вот гриб такой. Ты знаешь, мне кажется, лемуры его кушают. Понюхай. Ну, понюхай. Тут заросли местные. Заросли черемухи, да, душистые? Угу. Фу, от этого запаха никуда сейчас. Лемуры не хотят нас съесть, да? No bite, yeah. And then after you take your hand, so make this, yeah. And it's small, small, small. Look, no bite. And then you can touch. У тебя сзади один, не испугайся. У тебя...
конечно, не трус, но я боюсь. Он, конечно, сказал, что не укусит. То есть это Вайлд. Зверь ты. Ой, зверь какой. Вот это зверь. А пальчики видишь? Какой? У тебя сзади еще один, снимай. Ты видишь, у меня банан упал? Сейчас. О, сори, дай. Ну, снимай меня лучше. Смотри, у меня новый банан выпал. Опс, еще один выпал. Нет, вот тот забрал у меня банан. Руки холодные, кстати, лапки. Ногти. А кто ему стрижет ногти? Смотри, как у человека, Алик. Ты можешь поближе? Видишь ноготь? Такой, как у человека. Не острый такой. У него зубы зато острые. Видишь, он нервничает, что-то он услышал. Давай ешь. Слушай, он какой-то самый гладенький. Угу. Там видишь, упал бананчик. Видишь, этого не надо трогать. Can touch. Can touch. Вот еще один, иди сюда. Видишь, я дотронулась. Эй, банан взял, давай позируй. Эй, а кто платить будет за банан? Давай. Ну, рожу развернула. Все, у меня муха летает. У нее же инстинкт. Иди сюда. Вот муха летает. Ухи у нее, видишь? Господи, господи. Ничего не время, а они же на мух. И всяких таких. Ухи-ухи. А этот сверху как смотрит? Вниз. Смотри, как этот сверху вниз на нас смотрит. Глазами. Ладно, я пошла к этому. Этот сел банан. О, мама их сломала. Иди сюда. Эй, не кусаться. Они между собой начинают драться. Let's wait for mama. Yeah, it's coming. Смотри, как живет. О! Мама! Can you hear? Ну, подожди. Сиди. Ну, что ты плачешь? У тебя есть банан. Вот. А, этого тоже есть. И самое главное поплакать хорошо, понимаешь? А что ты плачешь? У матери отобрал банан. Это маме. А, она еще ест. Уже, видишь? Еще рот полный, а уже начинает. Что-то они очень любят бананы. Do they walk or not? Walk like this. No. Jump. Like a sapata. Come down. Mama, come. I want you to walk. Oh.
Алик, смотри, он сказал, что убежала банана, и она сюда перепрыгнет. Вот я. Все. Мама. Мама. Это большая мама. Дай я тебе очищу банан. Сейчас, по-моему, еще будет он джампать сюда, те остальные тоже. Которые сзади. Он, по-моему, сейчас будет прыгать сюда. Мамочку. Так, сзади сейчас он ищет подход, как прыгнуть сюда. Мама. Look at him. Turn around. He wants... He's grabbing you. Смотри, он его руку трясет. Привет, привет, типа. Я знаю, муха ее дисторб. Ты моя красотка. Такой ротик. Господи, носик, ротик. Как она за дерево держится. Так. Смотри, сейчас прыгнет этот, я думаю. Вот. У меня руки крестиком. Ну и как он держит мою руку, Алик, свои холодные ладони. Присядь чуть-чуть, чтобы их всех было видно. Он их тут. Где этот третий, только что был третий? Давай я пойду к... А, тут что-то получилось. А этот, ну. Привет. Привет. Подожди, мама хочет. Подожди ты. Так, делиться надо. Библию что ли не читали? Надо делиться с ближним. Ну да. No manners, это он. Ну подожди ты, да, я тебя очищу. Ну подожди ты. Сильная у него рука? Ну, да я просто боюсь, что он укусит, он как-то так. Не настолько он сильный, насколько он. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Лемур. Ну, отпусти. Вот тебе это, я пошла, я это не дам. Вот я вот такой. На, иди сюда. Иди. Ну, этого рожу тоже снимаю. Он тоже ни в чем не виноват, в принципе. Смотри. Yeah. Ну, это тебе сейчас. Не так так? О, он специально... He is putting too much in the mouth. It's Ingrid, yeah? Ну иди сюда. Алекс, снимай, я его позвала. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Иди сюда. Вот так вот. А, там... Sorry, guys, sorry. А, тут я тут уже все уже не может. Уже сейчас обратно пойдет. Видишь, уже держит в руке уже. Иду. Смотри, теперь этот я. А этот немного какой-то черный весь. Ну, они разные бывают. У нас же...
Ты тоже черный, кстати, а я посветлее тебя, и что? Ты человек, и я человек. Так, здесь четверо. Мама и трое детей. Взрослых. Ухи, ухи, ухи. А я его поглажу. Упс. Ну что ты меня пугаешь? Надо же. Слюнку пустила. Видишь, как она меня держит? Тот, кто понял, не спешит, что называется. Они так, знаешь, потихонечку едят. Ага, знает, что люди. Так, дай поделись своим ребенком, мама. Он же им не очистила, чтобы, а то они очень быстро его съедают. И, в принципе, шкуру тоже едят. Но они предпочитают мякоть. Но если до мякоти так просто не добраться, они едят вместе со шкурой. А не видишь? Угу. Шмак-шмак, слышишь? Он меня так обнимал за шею, ты видел? Он меня так подходил, голову потянул. Банан тает во рту. Может быть, больше кусок дать, чтобы у меня губы не откусили? Угу. Да он не кусается, тебе сказали. Нечаянно. Не будет, не будет. Вот так у меня все руки в крови. Не от этого. Is it too small or big? No, it's okay. It's okay. Я тебя кормила? Имею право. Кослявый ты какой? Тебе кормить надо побольше. Подожди ты. Ну подожди. А носиком губками дотронулся до моей ты самая. Снимай этого теперь. Он так не спеша не кушает. Он так сильно тянет меня за руку, чтобы я ближе подошла. Представляешь, он меня так берет и подтягивает. Лиан. Да я отломлю для мамы. Откуси. Видишь, он не хочет, чтобы я забирала руку. Мама, иди сюда. Хочешь еще? Они кидают звон на него. Не хочется. Окей, она давай, что делать? Дай себе в рожу с бананом. Но руки, ты видела, ледяные у них. А, вот этих они хотят, флайф, мяско. А, муха хочет банан. Муха прилетела на банан. Муха его волнует, он любит же муху. Одним бананом жить не будешь, надо мухой закусить.
Банан съед, любовь. Давай не драться. Последнее кормление. Вот, да. Вот так получилось. Когда беремся, тогда падаем потом. Сейчас, хватит орать так. Ну, откусил больше, может заглотить, ты понимаешь, да? Жадность. Ну, ты мне в руку не кусай. Ну, вы же... Ну! Вот это, давай, иди. Дызюху хочешь прикормить? Ну, они стараются, видишь, засунуть в рот как можно больше. Ну, хватит. Ну, поцарапайте меня, поцарапайте. Я уже вся в кровище, все еще мало. Ну, давай вот этому. Ну, откуси и пошел отсюда. О, упал. Молодец. Все, пустая шкурка, все. Пустая шкурка. Сейчас я поищу. Вот еще одна. Нет. Хочешь вот такой кусочек ананаса? Нет, это банан. А спасибо, кто скажет. Все, ладно. Подожди, вот еще. Все, кто хочет последний кусок какой-то мягкий? На, последнее отдаю. То ли ты берешь. Все. Нету больше. Все, пустая шкурка. Все, пустая шкурка, все, нету мяса. Вот на лодке такой жирный. Вот где Анда себе. Резорт. Тут уже лемуры нас встречают. Вот он уже сидит. Уже не такой. Сейчас к ним поедем. Будем их кормить. Они ждут уже. Дашь их по форме. Вон они. Yeah, because they think we brought something. Yes, there are some bananas. If you feed the banana, you must put your hand like this. I know, I already did that. Что-то они здесь жадничают. Сейчас принесут, он сказал. Вот, он не дал маленький кусочек. Слышишь, чтобы еще дал кусочек. Окей. Because yes, you know the teeth are the name. Ты посмотри. Ты посмотри. А, хочешь ближе к этому быть. Could you give a banana to that one? О, а сразу тебе сзади лемур не наступи. Опс. Ну, что-то как-то... О, тот спрыгнул, пошел. Все, иди. Толстый такой, да? Рожа. Полезал, как собака мне. Ты видел? Он полезал мне, как собака. Там уже больше не было. Симонин. Полезал просто. Симонин. Ну, очочком мне... Смотри, что он делает. Я голову, по-моему, мне очочком потирается. Фуль. He beat me in a finger, because I dropped a banana. Oh.
Ну, он просто, видимо, думал, что это банан. Все, любовь прошла. Прикольный медузюх. Ты мой умничек, ты мой такой умничек, умничек. Я даже спесис камень. Ты бурлем. О, вон смотри сколько. Ух. We have three different species of lemurs in this island, three kinds. Mm-hmm. Yeah, that's the black and white ruffed lemurs, mm-hmm. and that's the boar lemurs. Do you have ones who are running like this? Yes, we have. We have, but not here. In the other different island. After the here, we go to see them. Алик, ну ты не видел, он запрыгнул на меня и не будет. Ай, слушай, он мне сейчас убирай их от меня. Давно я холодные пяточки, я как раз поэтому так скучала. О, пришли Маси, Маси, пришли Алик. Скажи мне, банан мы купили, да? Да у меня есть деньги с собой. Тихо. Надо кормить детей, смотри, как они смотрят. Смотри, маленькая гоняет большую. О, вылизывает, вылизывает, Алик, вылизывает. Видишь, они как собаки вылизывают руки. Тима, ты посмотри. Если он тебя цапнет за руку, то узнаешь. Ну почему он должен цапнуть? Тяжело быть ему. У нас с ним агримент. Я им даю бананы. А где бананы? Сейчас. Как они смотрят на этого нападают. Эти большие боятся маленьких. Хей, хей, хей! Малыши отгоняют больших. А я там, знаешь, я думаю, о, эти большие жрут, малыши. Ага, малыши здесь я еще не так поставила. Все, любовь прошла. Алька, мне Алька, меня сними пока быстренько. Да, выпрямись. Я боюсь, он прямо... Я боюсь, он упадет. Не упадет он, не упадет. Он да, вцепился мне в волосы, знаешь, это, знаешь, вот так вот. Mm-hmm. Вот хвост. Упс. Ну все, пошел, 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 пошел. Ага. Кормить. Так, Форк, ты видишь, да? Ай, май гад, я не могу выпрямиться, тяжело. Алик, я не могу, они тяжелые, сволочи. Алик, у меня... У меня чуть камеру не выбил. В этом деле очень важно без... Мне кто-то за волосы рвет. А лапа холодная. Вот, хочешь полезать? Видишь, они как собака. Черный язык у них. Как у чао-чао. А, нет, чао-чао синий. Какой чао-чао язык? Какой-то был не такой. Как они?
так, ты... They are so fast, oh my god. Yeah, wait. Вот эти черно-белые бедных больших гоняют. Ну все, они аж облизывают мне руки, видишь, как собачки. Дизюха схватила и убежала. Примани Дизюху. Но ты этот уже видишь? Только давай... Дизюха залезет. Давай Дизюху. Где Дизюха? Вот она. Давай ее. Нет, не Дизюха. Это тоже вот эта рыба. Ну, таких Дизюх знаешь сколько? Так, если будете пальцы откусывать... и не драться, я сказала. Давай пальцы откусывайте. Кормящую руку кусаете. Этот, полюбил ты, дать. А вот Дизюха. Маленький. Ох, маленький. Fighting. No fighting, guys. Guys, hello. We need to resolve this issue in civil matter, okay? Видишь, как он вылизывает? Ладно, ты видишь язычочек? Вон ему сверху. Смотри, он тебе показывает сверху. Это я ему уже давала. Причем держит руки, съел, а теперь вылизывает, я понимаю. I love you too. More banana? Hey! Stop fighting on my face. Banana on my head. Вон Дизюху прикорми маленькую. Вон она, вон наверху. Не, вон она. Бамбук? Бамбук? Бамбук или лимон? Вон вся рожа банане. Этот стоял, это висел ему лапой так, типа ударил, типа, я здесь. У них такие же фаланги, Али, как у нас. Я знаю, да, они прямо вот держат. Видишь пальцы? Угу. Видишь тут пальцы? Они так сгибаются у них, То есть они как бы длинные, но с фалангами такими. Кстати, сколько пальцев посчитаю? Как у нас 5. Ровно, то есть ровно мизинец. А на ногах, видишь, мизинец очень большой. Ой, смотри, сейчас они будут прыгать наверх. Снимай, Алик, наверх они. Видишь, он на палке держит? Окей. Очки Шанель. Ты понимаешь, сейчас сломаете, да?
Он тебя заползает. Я к тому, что, что they don't give a damn about how much my glasses cost. They said, we don't want a banana. Lemur hat. And так вы лезете? Yeah. Oh, I'm gonna all, every day do that. I have to move here. Oh, the tongues are so soft, they're licking me. I will take some more banana. Oh, okay. Он так, знаешь, ухо, рожь у меня засунул до этого, ты не смотрела, в этот, в ухо. Я вижу, тебе за волосы сейчас берет. Да, не, он засунул и это в ухо, и так, знаешь, и дышал, как собачка, так. Дай, лежите, дай. У тебя волосы лежат. Ну, потому что он, банан закончился. Но это не собаки, случайно? Может, нас обманули? Так мы банан любим, да? Так банан мы любим. Он тебе волосы облизывает, он тебе волосы жрет. А я чувствую, у меня и так волос нету. Он их рукой взял и жрет. Такой щекотный. Такой щекотный. Сейчас любой кончится. Ну не уходят, ждут, а вдруг еще... Очечком, очечком. Не надо ко мне, конечно, поворачиваться. Так, один ушел. Везет, а этот маленький, да, этих лимонов, скажут другие, а мы на байдарке тут рассекаем. Эй, лемуры, они нас ждут. Ага, лемуры. Не перевернуться бы здесь. Нет, ты с тобой, а вот там их сразу. Смотри. Ждут, мои красавцы. Раньше таких еще не было у нас. Не, такие были уже. Так мы с ним там. Ты посмотри. Обрадовали. Да. Диана едет, спасительница, кормительница. Запрыгнул уже на лодку. Все. Уже меня обнюхал. Теперь пошел к тебе. Ну, пошел вон. У меня еды не обнаружилось. Я думаю, он запах чувствует. Ну да, они, но он обнюхал мне руки, что у меня в руках нет еды. Смотри. Ну все? Да. Бурлен. Давай быстрее, Бурлен. Он на линейку похож. Ты видел, как он так рукой? Он чуть-чуть на линейку. Не, этим не давай уже, вот этим рыжим. Угу, не давай. Они... Алик, не давай, я уже давай. Давай. Банан. She wants banan. Stop. Бурлен. Бурлен. Hey, Bulem, did you come to touch it? She wants only bananas. Yeah. I don't know why. Ты посмотри, как дизюха ест банан. Видишь? Смотри, дизюха. Ты. Малышка. Ты бери к нему. О, Гурлем. Маленький. О, Гурлем. Давай, Алик, вот, поворачивайся. Господи, какой ты гурлем. Маленький. Маленький, да, гурлем. Это мать. Ага, мать. Видишь, там мать, а это ребенок. Гурлем. Да быстрее ешь, гурлем. Это мне little piece for this one.
Burlen. Он немножко наслался. Эти такие очень как понос быстрые. О, Дейзи. 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 О, сейчас, сейчас, сейчас. This one is crying. Oh, down. Could you stop? I will. Okay, everyone is eating. Perfect. Burlen. Oh, Burlen is coming. Oops. Ну очень пугает. Did you drop, mister? Ow! She took a banana and then she bit me slightly in the finger. All right, I'm ready. Baby. Придется отдать ему на тигре. Ну, baby, are you coming, baby? What? How are you talking? The mother waiting some banana. Okay, could you give me one for baby? Yeah. Big piece. More piece. Take more, one more piece. Mm-hmm. Такие руки просто ледяные. Рожа-то какая! А ты этого сфоткала, Дина? Mm-mm. Oh, banana for mama. And could you give banana for this maling? Great shot.
No. No. Shh. Banana for the mom. For mama. Видишь, все смелее и смелее она становится. Все ниже и ниже она спускается. О, маленький. Okay, so this one, you got a big one. Big piece. Ты просто глуховатый, но вообще звук это очень как бы, вот когда не только видишь, а и слышишь еще, видео со звуком, понимаешь, натуральным. Речушки меленькой, за цветочком беленьким, да? Это прям про нас. Нет, того, кто стоит на задних лапах. Привет. Привет. Ну, прыгнул на. This species they don't like to touch. Not touching. А, just feeding. And some of them they jump on you. Some of them they don't jump. Видишь, этих не надо трогать, ты понял, да? Угу. Такие хитрые. Падлы. Кормить они не хотят, чтобы кормили, а то вот не это самое. Еще этот уже первый запрыгнул, что ближе к еде. Because of that here, we get we take the boat again. Yeah, but yeah. That's my jacket. They're looking for the banana. I know, I know. Of course, they don't care about jackets. Uh-huh. It just smell like bananas because all those lemurs are jumping. Ah, эти, видишь, вот тут
Вот это тоже так сидит. Они это у них так принято. Во, все они сели. Видишь, как они сидят? О, лапку почесал. Не все, вот, смотри направо. Тогда они просто в одной кучке сидели, а сейчас они... А, все, это убежало. Смотри на эту, а это, этот голову подкидывал. Тот, по-моему, на задницу сел Алик. Вот тот дальний, нет? Или мне так кажется отсюда? А это тоже, видишь? Отойди чуть назад. Быстро, задним но ходом. Это, смотри, щеки полные, но он уже, чтобы я не отдавала никому этот банан. Он тебя держит за талию, так прикольно. Весь твой волос, конечно, messed up completely. Видишь, он еще не доживал, а уже держит лапами, чтобы я другому не отдавала. Ну, что ж ты роняешь, дурак? Не хотят ни морковку, они свои ешь сам. They don't like for some reason carrots. А это скала и морковка хорошо. They like bananas more, but when they notice that no more bananas. There are more. I know. They think okay. Ты слышишь, как он чмокает? Манер никаких нет, конечно. Там есть кто-то? Да. Зачем ты ему так сделал? I don't see him. Видишь, как он берет? Алекс, смотри. Он хочет банан. Why do you like this banana? What's wrong with this banana? Покормить еще кого-нибудь. Отпусти мою руку, пожалуйста. Сейчас тебя укусит. Не трогай. Вот, да. Бери уже то, что есть. На. Ну бери. Вот, ну иди, снимай, когда он вот. Иди сюда. Давай, ну приставай, приставай.
Не будь таким ленивым. Вот, иди, 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 иди. Вот, ты умница. Кто еще так сделает? Ну, давай. И вставай. Вставай. Ну, давай, иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Кто еще привстанет? Пиздёк. Ну, иди. Иди, иди. Не бойся ты меня, я сама тебя боюсь. Ну, сейчас. Ты посмотри, как подтягивает руками, своими грязными, кстати. Руки вообще мыть надо. Особенно перед тем, как гостей встречать. Ты посмотри, как меня за раз запачкали. Окей. Хочешь еще? Кто хочет? Кто хочет банан? Кто хочет банан? Иди сюда. Эй! Здесь без драк? Нет, ты... А что ты думаешь, здесь раздаю? Материн сказал, что это пойдет. Эй! Сейчас, всем. Он хочет поближе к руке. Смотри, как этот мне просит. Подошел? Ты посмотри, Алик. Я вижу, вижу. Ну нету, нету, нет. Попроси у мужика еще банан. Do you have more banana? Yeah. This one came and asked for banana. A little piece. Сейчас, сейчас, иди сюда, иди, 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 мой дорогой, иди. А кто? Эй! Давай. Ну, сейчас и тебе будет. Ну, подожди ты. И тебе. Господи, прожорливые вы мои. Ну, иди. На. На. Бери уже. Не хочешь банан? На. Только мне в волосы не вмазывай, пожалуйста. Так, смотри на это внизу. Смотри, как они лапками. Они тащат. Ой, извиняюсь, я не хотела тебя пугать. Покорми, который у меня на голове сидит. На. Ага, теперь еще один туда. Не хочет он. Вот. Не хочет, значит. Вот это, которое у меня на голове сидит активно. А странно, тебя взять лемур. Не, не... На. Ну, на вот этот кусок. У тебя живот бурчит, мой дорогой. Наш глаза закрыл. Удовольствие. Смотри, как этот у меня руками все подгребает. Мне уже глаза закрывать, пса. Все уже. Скажи, хочу, но не могу. Ну, спатенький хочет. А этот, смотри, как ест тем временем. Немножко растрепанный диан после лемуров. Потрепанный. Вот крокодил местный. Это в гости... на территории гостиницы.
О, о, шевель. О, тягусь, потягусь. Увидел Диану. Потягусь. Что-то он ко мне тесня, хоть какой-то жирный. Ути завалился, как бароша. Лег прям, представляешь, там проходить мимо, как люди могут. Лег прям на этом самом. А, там машины видит. Они не задают их? Mm-mm. Он жирный какой-то. По-моему, уже туристов пару сел. А что они такие замедлительные? Им же холодно, им же еще солнце не вышло, они какие-то вишут. Они хотят же греться. О, как дизюха лапки выпускает. Опять медленно. Можешь пойти мне погладить этого жирного? Угу. Мы сейчас идем к крокодилам поближе. То есть ты еще обдавить, я смотрю. Угу. Алик, тебя даже крокодилы боятся. Мы идем к крокодилам. Они боятся меня. Боятся меня, сволочь. А ну зачем так делаешь? Яна расстроена. Ты что так сделала? Чего ты пугаешь? Ой, солнышко просто шмоль, пожалуй, я тебя умоляю. Алик? It's bad, bad arm. А, у него больная рука. А. Почему-то нижняя челюсть намного длиннее верхней. Тебе так не кажется? Пошли. Пошли, не пугай его. Зубки. Ой, господи, кутик. Да, этот зараза тебя это сам пугает. А что, это нормальная челюсть у него или он какой-то подратый? What's with his... It's just broken, the wire fight each other. А, вот так я и думала. Значит, это должен быть этот самый бит. Крокодильная река. Тут подвесной мост. Генка сейчас через него как раз переходит. Конечно, дорогая. Ты же видел, как от меня убегали? Вот, из-за этого я вся надежда на тебя. Слушай, ты это крокодил, фу, крокодил тебя боятся. Аусталет камелион. That's the longest species. У него очень острые когти, он меня вцепился когтями. He's so cute. Да грудь как-то нюхает. Глазиком, как он глазиком смотрит на меня, на... Слушай, у него глаз наверх. Погладь его. Я боюсь немножечко. That one bites? Female of a same. What?
They don't bite. That's the female of the sign. Они хотят вместе быть. На тебя засматривается так. И не видишь такие острые когти, с которыми они вцепляются в шкуру? О, that one fell down. Anna, that's not. Чуть пошуршу. Эй, чувиха, это обе девочки. Ой, они собирают. Вот самый большой хамелеон. Меня не снимай, снимай хамелеона. Вот он, как он лезет по деревне. Хвостиком, хвостиком обмотал мне, он боится упасть. Сэр, хватил за руку. Ну, вот такие когти. Острые. Да. Какой яркий. Что-то они какие-то холодные. Ты видишь, что это красавица? Что-то на грудь осматривается. Развернись ко мне вот так вот, а вот хвостом. Я их с хвостом схватил. Смотри, царапается. Еще один. Красавец, зеленый змей. Подходит ко мне, ну, по цвету. Увидел. Оп. Так вот он как находится. Как он глотает, сделал по глотке несколько бегает. Оп. Это надо было, знаешь, как на фото вот эти, знаешь, multiple снимки, Алик. Можно так сделать? Сейчас сделаем. Hold on, don't do it again. Don't do it, because I want a photo on that. Let him finish eating. Ready? Mm-hmm. Что-то стесняется. Why you stopped eating? Ледяную эту самую. Ну, рожу тебе и не нужно, Алик. Ты же мою рожу наснимал так, что давай ее рожу. Ну, ты красиво снимаю. У меня язык синий, кстати. Смотри, змеюгу подколодную. Ты умница. Ты видел, как она... Да, в камеру, да. Актриса. Как она меня... Это самая, слушай, такая сильная. Она аж прям меня так, ну... Как это? Схватила, да. Сжимает. Сжимает, по. Видишь, у нее мышцы перед. Она прям ледяная, ледяная. Обычно им надо греть же. Просто сейчас еще день сегодня холодный. Я понимаю, но тогда им надо помогать им. She's so cold. Yeah. Ну, камер не ешь. You can't touch it. Все, пошли есть они. Упс. Soft, not spiky.
термитов нет, видишь? You can touch it. Yes. You can. А, да, там видишь термиты? Да, такая острая, как внутри какая-то. Такая, ну, спайки. Сильно. Гекко. Not a gecko, but gecko. Это вот такой. Don't call him for car insurance. Такие глаза странные, как будто они слепые, да? Угу. Ты глаза видишь? Лапы очень интересные. Угу. И хвост листиком. Угу. Красавец мужчина. Давай, это для паспорт фотографии делай. Вот так вот. Такая ты красавица. Такая ты хорошая. Беру руки, руки. Бум! To bite? Yeah. You bite you? No, I wanted to touch and she moved and I got scared. Is she okay now? Yes, okay. Oh, sorry. Oh, sorry, 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 sorry. Oh, I didn't mean that. Красавица и прыгает. Okay, take her, take her, take her, take her. Ну, на тебя засматривается, там кусить хочет. Сейчас тебе в руку вцепится. Видишь, как прыгнула? Моя камера сейчас сидит. Хвост торчал. Мы тебя разбудили, Сусенька? Мы тебя разбудили, такие плохие люди пришли. Ты местная жаба. С них хибернейшн. Это, по-моему, не жаба, а лягушка. Вот. А, мы находимся на Дараби. Мы находимся в Мурандава, рядом с Мурандавой. Это вот здесь рынок Зибу. Вот такое. У них раз в неделю события продают, видишь, вот этих самых коров. Тут это зибу, тут нянька на их. Это, соответственно, местное население. Вот здесь это пожитки местные. Тут тот самый дизибу. Тут Диана с гидом, который пояснение получает.
Вот мы находимся на подъезде к Баобабовой долине. Вот сами эти баобабы. Бусик. Он... Да. Что-то. Местное население. Вот это знаменитая аллея баобабов. Мы будем потом снимать еще вечером на сансет. Тут Дианка так не пробирается. Еще изумительное зрелище. Ну тебе показывал, что заряжалось. Я как раз об этим подумала, вспомнила, что я думаю, шея пришла, и оно не это самое, но посмотрела тебя, ну, я ничего не вижу, даже куда я это... Это один из старейших баобабов, которые здесь есть. Мама они его называют. А эти два баобаба сросшиеся, он и она. Это толстый, более высокий, это худенькая, более низенькая. Да? Угу. Вот мы сейчас на просторах Мадагаскара. Тут рядом с этой Баобабовой долиной. Еще одно из мест, где растут баобабы. Этот местный водоем. Это сама баобабовая роща. Бусик, конечно, который наблюдает этих баобабов. Они красавцы стоят. Предзакатная долина баобабов. Сейчас будем снимать закат. Закат на Мадагаскаре. Вот наше шале, как они его называют, на пляже, мы на Мадагаскаре. Это само побережье океана. Это, понимаешь, это, наверное, считается индийский. Между и, соответственно, Мадагаскаром и Южной Африкой. Ну, будет посмотреть. Вот фуса и наварил. Тут фуса. Довольно длинным хвостом. Вот
Бусик что-то нам боится к пусе приближаться. Вот он посмотрел на Диану. Что-то косит на Диану. Довольно сильная кошка. Тут предзакатное, так сказать, время. Сейчас мы находимся в нашем отеле. У каждого свой домик отдельный. И очень такое хорошо устроенный, да? Но далеко от всего.